Судьба Умай, которую поймали в тот момент, когда она избавлялась от Джемаля, находится в руках Йылдымыра. И с приходом Ришата все дела запутываются. В то время как Умай попадает в новый водоворот, чтобы спасти себя, Юмран шаг за шагом приближается к ужасной истине о Джемале. С другой стороны, решение Волкана, который потрясет признанием Хаяль в любви, открывает новую эру, затрагивая обеих девушек. Юмран сталкивается с одним из секретов Умай, и война между враждующими сестрами прекращается. Йылдымыр, оставшись в разгар войны, нацелен как на Ришата, так и на Джемаля. Хаят, который застрял между своими чувствами и совестью, делает смелый шаг к Волкану. В то время, пока Умай наконец-то находит способ избавиться от рабства, узнав, что Юмран пыталась открыть могилу Джемаля. У Джемаля есть совершенно другой план. А насладиться очередной, а именно 9-й серией турецкого сериала «Дети сестер» на русском языке вы сможете уже 24 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.